Bu yok şöyle. Никуда не торопится, до конца полтора минуты до конца первого раунда.
реакционное сознание тратит он силы, не мастит, подсетки оттолкнуться тоже не удается. Приближается тем временем у нас последняя минута первого раунда. Такой хороший плотный контроль, но практически не удается. В итоге хаф-гард, такая диагональ. Другой Чоя, левый удар. Наверное, будет все-таки особо гард, пытается это сделать Чой. Но поймал момент Нейсон и забрал за бок вверх левую ногу Чоя, таким образом обезопасив относительно, конечно же, себя от удушающего приема. Ну что ж, как бы те ожидания, но большая часть первого раунда у нас прошла в довольно вязкой позиционной борьбе. Бойцы тратили силы, проверяли друг друга на прочность, но, будем откровенны, все-таки серьезной опасности ничего ни Нельсон в борьбе создать друг другу не смогли. Наверное, все-таки поострее, чуть поопаснее был Духо Чой. Побили там, были какие-то удары хотя бы. Почему Нельсон тоже удушающе пытался выйти? Да, но там было не сомнительно, пока перерывы. Начинается второй раунд, противостояние Духо Чоя и Кайла Нельсона. Перерывы. Нейсону говорили, что надо активнее работать руками. Потом первый номер отмечал тренер Кайла, что соперник не быстрее тебя, ничего не бойся, аккуратнее только с его лоу-киками и старайся перебивать его на средней дистанции. Сразу же провел атаку, тут очень сразу начали, и потом ставит уже Нейсон. Это все куда-то переживали за способности Нельсона, говорили, чтобы правильно дышал, но он придет, конечно, силу потратить в борьбе. Ну, такой был мидл-кик в обеспечении, и Эриксон крутит для размашистой двойкой, отвечает Кайл. И удалит Нельсона, Кайла в прыжке. Потрясен Духой Чой, но он пытается остановиться. А может, и не потрясен. Посмотрите, совершенно спокойно и хладнокровно, как будто ничего не случилось. Духой Чой продолжает работать. Здесь мимо. Опасно идет вперед Нельсон, заряжается, подчеркнул ударов крови, возможно. Но Духо Чой — это действительно боец, который относится к разряду парней, по которым можно очень долго бить, а они никак не падают. В борьбу побежал Духо Чой, вот это да. Обозначил проход под одну ногу, заставил соперника отступиться, двойка со средней дистанции. По-прежнему собран Духо Чой, но правда вот в предыдущем эпизоде зевнул. Довольно плотный удар справа. Да, Чой умеет создавать триллер восьмиугольники. Несколько раз он получил три раза бонус за лучший бой вечера, несмотря на то, что все три боя проиграл. В том числе и тот самый производство. Строн здорово от Чоя. Играет сверху. Да, сейчас налетел буквально на удар на тачу Нельсон. Да, сразу же после этого побежал в борьбу, судя по всему, почувствовал это попадание, рассечение на голове американского атлета. Да, в целом, первые две минуты Нельсон, конечно же, в этом раунде забрал. Два очень мощных попадания было, плюс Кайлер в прыжке еще. Да, отличный эпизод, который безусловно отразился в судейских записках. И Чой необходимо отвечать сейчас не менее остро. Да, там льется кровь из-за повреждения головы. И на выходе, а вот тут вот Чоя. Чем ближе Нельсон. Пауза и еще один лоу-кик. Там стремянные проблемы точно уже есть у Кайла. Смотрите, там такой красный экран. И еще один лоу-кик. На сей раз это поймал, подопорную ногу ударил. Очень болезненный был эпизод для Кайла. Две минуты до конца второго раунда. Нельсон уже очень долго ждет. Неужели думает, что тех двух минут достаточно? Плотно печень пытался найти Кайл. Духо Чой в свою очередь так разворачивает корпус, эту печень убирал от удара соперника. Еще один лоу-кик, и уже начинает подгибаться левая нога потихоньку Кайла Нельсона после каждого попадания. И ему приходится все хуже и хуже, а вот сейчас он как следствие лоу-киков не сумел вовремя уйти на безопасное расстояние Кайла и пропустил удар справа. Да, получился такой оверхенд скорее, но это
дергает соперника. Легко уходит от него атак. Проваливает, но встречает далеко не всегда. Да, и отличные мидл-кики у Кайла Нельсона. Очень редко это, конечно, выбрасывает, но все-таки делает это скорочно. Всегда готов зарубиться и попытаться, в общем, с таким тоже соперником забрать бонус за бой вечера, но он решил более прагматичную тактику выбрать и попытаться зацепиться за победу в этом поединке вот при помощи контроля борьбы. Долго ли будет ждать Кристанью? Локоть очень аккуратно. Покончой. Поднимается. И сейчас постарается, наверное, легко развернуться. Забирает шею. Колено можно подключать. И здесь уже за спиной. Практически. Может быть, неаккуратное сближение.
но прямо туда. Ну, я лично не уверен. Еще раз просит повтор. Я не просит повтор. Видимо, тоже не уверен. Может быть, сейчас изменит свое решение. Ну, давайте, и мы тоже посмотрим, да? Слушай, как-то там. Да нет. А вот здесь, кажется, да. One point, headbutt. Да, удар головой. One point, headbutt. One point, headbutt. Очень интересно, потому что если счет по раунду был 1-1, то здесь до этой минуты, наверное, благодаря контролю выиграл все-таки лицо. Вот он очень долго контролировал. И сейчас продолжится бой, видимо, в стойке. Да, все в порядке. Принципиальность появилась на крестомерии. Ну, вы понимаете, дорогие друзья, что это очень такой сложный, противоречивый эпизод. Рефери видел так, значит, в общем, так и было. Здесь, я думаю, что мнение зрителей, экспертов явно будут разделиться. Пытается опять бороться. Кайл Нельсон идет вперед. Там был один лоу-кик от Чоя. И опять вот такая борьба. Ну, в общем, просто сушит поединок. Это именно твой Кайл. Пытается выйти на оперативный простор. Духой Чой не получается. Там просто вцепился в одну ногу Нельсон. И вот такие удары. Они, наверное, считаются. Да, набирает баллы. Это очень важно, потому что контроль-то идет в последнюю очередь. В качестве критерия для оценки того или иного раунда. Очень важную, хотя и не совсем заметную работу сейчас проделывает Духой Чой. На этих секундах у нас получается, что эпизод-то проигрывает именно Нельсон. Когда он жестко выиграл удар, а Нельсон все-таки всего силы, что заточилось, то он не может обрывать позицию, посмотреть, как он души просто ребра отбил под соперника Чой.